В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина отметили День среднего профессионального образования. В этом году системе исполнилось 83 года. Как прошел праздник, расскажут мои коллеги. На сегодняшний день в Подмосковье большой спрос на профессиональное образование. Торжество в Люберецком техникуме началось с вручения почетных грамот и медалей преподавательскому составу за их труд и вклад в развитие новых специалистов. Вы продолжение тех лучших профессий, лучших трудовых подвигов, коллективов. Поэтому, ребята, без лишних слов, наше будущее в ваших руках. Поэтому впитывайте это образование, получайте лучшее образование в нашей стране и всему коллективу. Хочется сказать огромное спасибо. На празднике студенты показали видео про одного из своих педагогов. Александр Старченко в прошлом пилот-вертолетчик. Всю свою жизнь он посвятил авиации и прослужил более 20 лет. В настоящее время личный опыт передает ученикам. Я преподаю авиационные предметы. Но эта профессия мне известна. Я из армейской авиации. У нас специальность производства и обслуживания авиационной техники. Мы на вертолет обращаем особое внимание, изучаем со студентами, как сам вертолет, силовые его установки, ну и как его нужно обслуживать. Для многих студентов вовлеченность в обучение вызывает педагог, у которого большой опыт за плечами. Так Александр Старченко на настоящих деталях и макетах тренирует студентов. Мы учимся на специальности, это производство обслуживания авиационной техники. Выбрали мы ее, потому что это, на мой взгляд, моя профессия. У нас есть в кабинетах во многих настоящие макеты двигателей, разные детали. Нам на них показывают, все обучают, рассказывают нам полностью. Более 2000 учащихся отметили свой профессиональный праздник. Техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина входит в топ-100 лучших техникумов Российской Федерации. Анастасия Клазинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.